Чикаго, Оскар, стиляги, пилоты. Чем удивить ваших гостей на вашей свадьбе, дорогие молодожены, решаете только вы. Меня зовут Наталья Постолати. Я член международного клуба Tamady Club. Этот клуб объединяет ведущих разных стран. Я регулярно езжу на международные семинары и затем щедро делюсь накопленным опытом с вами, дорогие молодожены. Многолетний опыт творческой работы позволяет мне проводить нестандартные торжества, поэтому свой сайт я так и назвала supernunta.com. Об атмосфере на свадьбах лучше скажут эти кадры. Молодоженов на свадьбе ожидают как лирические, так и развлекательные моменты. Всем привет! Наша свадьба была 4 октября. В этот день погода нас немножко подвела, было очень холодно, но благодаря нашей великолепной, очаровательной Наталье Постолати, наши сердца и настроение гостей были согреты на все 100%. Давайте попрошаем ура! Куча эмоций, впечатлений, все наши гости остались довольными. Спасибо большое всем организаторам и гостям. Спасибо. Мы вас любим. Также мы проводим моменты породнения. Специально для будущих молодоженов я провожу заседания клуба невест и женихов. На таких встречах будущие молодожены знакомятся со свадебной атмосферой, артистами, танцорами, а пары, которые совсем недавно стали мужем и женой, могут обменяться своим опытом. Именно на таких встречах Диана и Максим познакомились со своим Элвисом. Обдумывая тему и сценарий вашей свадьбы, просто не существует предела фантазии. Главное – правильно подобрать все составляющие – ресторан и меню, и команду, которая ответственно выполнит свои функции. Это фото- и видеооператоры, музыканты и диджей, ведущие и артисты. От того, насколько слажена будет общая работа, зависит успех вашего творчества. Дорогие молодожены, я искренне желаю вам счастья. И пусть ваша свадьба будет такой, какой вы видите именно вы. А я вам в этом помогу. С уважением, Наталья Постолати.